Всем привет! Рабочая неделя подошла к концу, а значит, самое время подумать, как провести выходные. Я, Наталья Медведева, обязательно расскажу вам, как сделать уикенд незабываемым, чтобы впечатлений хватило на целую неделю вперед. Итак, поехали! В рамках празднования 75-летия полного снятия блокады Ленинграда межпоселенческая библиотека объявила необычную акцию. Вспомнить подвиг ленинградцев можно, прочитав стихи Ольги Бергольц, которые стали символом осажденного Ленинграда, не сдававшегося врагам. Для участия в акции нужно прочесть стихотворение, снять видео и выложить его 27 января в социальные сети ВКонтакте и Инстаграм с хэштегом «Я говорю с тобой из Ленинграда». Давно не посещали культурные мероприятия? Хорошие новости! В это воскресенье Щелковский театр приглашает на концерт духового оркестра и ансамбля «Распевы» музыка, сошедшая с экрана. Со сцены прозвучат хиты из отечественных кинофильмов. Начало в 16 часов. Спешите приобрести билеты. Ищите, куда сходить с маленькими детьми? В субботу в 4 часа дня в театре покажут детский спектакль по мотивам сказки Аксакова «Аленький цветочек». А в воскресенье Щелковский районный культурный комплекс приглашает на благотворительный концерт Фонда помощи детям «Рождественская звезда». Начало в час дня. Какими спортивными событиями порадует уикенд? Самое зрелищное и массовое – это соревнование по легкой атлетике. 26 января зал универсального спорткомплекса Подмосковья займут легкоатлеты, участники чемпионата Московской области. Если такие соревнования как раз по вам, приходите в УСК в половине второго дня. А уже в воскресенье 27 января в первенстве Московской области по легкой атлетике сразятся юниоры и юниорки. Начало также в 13:30. А что предлагает нам мир кино? На этой неделе сразу несколько премьер. Фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Форелли заставит задуматься о дружбе и разных гранях человеческой натуры. В центре сюжета – реальная история путешествия по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, между которыми со временем возникает дружба. А вы когда-нибудь держались за животы за просмотром очередного фильма о приключениях знаменитой пары детективов Шерлока Холмса и доктора Ватсона? Так вот, фильм «Холмс и Ватсон» 2019 года предлагает комедийную интерпретацию самого известного детектива Артура Конана Дойла. Посмотрим, что из этого вышло. Ну что, уже составили план на выходные? Смело используйте наш анонс, и тогда вам не покажется, что уикенд пролетел за один миг. И вам обязательно будет что вспомнить. А мы, как всегда, увидимся с вами через неделю и поговорим о самых интересных событиях.